Алоха, криптовалютчики! Я рад снова приветствовать вас на своем канале. И как я обещал, мы с вами продолжим разговор про Dariko. Напомню для тех, кто пропустил мое первое видео, что Dariko — это экосистема и терминал, который совместит в себе все необходимые инструменты, весь необходимый функционал для того, чтобы чувствовать себя как в своей тарелке, так сказать, в мире криптовалют. Вы сможете торговать, инвестировать, распоряжаться, выводить фиат, обменивать и делать все, что угодно со своими криптовалютами, имея дебетовую карту, кошелек, будучи участником фонда, будучи уверенным в том, что ваши средства никуда не денутся и не пропадут благодаря резерву ликвидности, ну, в общем, и многому другому. Каковы причины, по мнению самих разработчиков, вложиться в их ICO и вообще иметь у себя токен Dariko, DEC, да, так называемый? Во-первых, чтобы стать частью уникальной системы, действительно, инструменты, предназначенные для того, чтобы инструменты всей этой системы предназначены для того, чтобы владельцы токена DEC имели преимущество. Доступный интерфейс, простота операций, полный комплект криптопродуктов. Инвесторы всегда будут владеть самой актуальной, свежей, лучше всего проанализированной и толковой информацией, чтобы контролировать собственный инвестиционный портфель. Всю информацию они будут получать не из тысячи источников, да, а в одном месте. То есть Dariko дает вам инструменты, доступ к своей платформе, к своей экосистеме, где вы можете все, графики, новости, все что угодно, всю информацию видеть сразу. И она будет самой свежей, самой актуальной. Вы сможете принимать решения, Dariko стремится расширять возможности криптовалютных инвесторов, предоставляем доступ к разнообразным профессиональным инструментам, при этом простым в обращении, то есть даже относительные новички смогут со всем справиться. Ну, конечно же, CoinDeck будет являться платежной единицей, даст вам кучу бонусов, кучу всего. Давайте перейдем к детали токен сейла. Токен сейл с 30 января по 30 июля длится. У нас на дворе 6 июля. Стандарты ERC-20 платформе Ethereum. Всего будет выпущено 120 миллионов DEC. На стадию ICO будет выделено 72 миллиона. То есть мы с вами сейчас скалькулируем 72 поделим на 120, 60% на стадии ICO. Минимальная инвестиция $100, стоимость токена 50 центов. Хардкап они, ну вы уже поняли, хотят собрать $36 США. Что ж, бонусы все возможные закончились, поэтому нет смысла про это рассказывать. Мы с вами летим наверх, смотрим, цена токена 50 центов. Что у нас по краудсейлу? Продали они 10 миллионов DEC. Давайте мы с вами 10 миллионов 147 тысяч 067 умножим на 0,5. В общем, 5 миллионов долларов с копейками они уже собрали. Я рекомендую вам присмотреться к этому проекту, следить за Dariko. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, смотрите обновления, обзоры. До новых встреч, друзья!